Burger King заколабилась с Atomic Heart. В меню сети появился Atomic Box, в который входит Atomic Whopper, картошка, напиток и гифт-талон. Из последнего, кстати говоря, может выпасть стандартное издание Atomic Heart. И, конечно, второе DLC для этой же игры. Скины для оружия или же цифровой артбук. Набор уже стоит 450 рублей. И, учитывая стоимость игры, как будто отличный варик получить игру. Заодно еще похаваешь. Хотя это какая-то лудомания, причем вместе с ожирением.